на поджиговке поклевка в руку прям. Хороший судаковый удар в руку на поджиговке, кайф. Ай, как вот, кто ж там такой бойкий? А очень бойкий. Хорош, хорош, хорош. Очень хорошенький. Очень, очень хорошенький. Вот такой красавец. А? Ну вот, отправляю последнюю кормушку в полет. Теперь у нас есть 20-30 минут на то, чтобы перекусить, попить чайку, позавтракать и начать ловить, пока рыбка соберется на точку, перестанет пугаться. Ну что, подкрепились. Оделись. После плюс 26, плюс 6, не камильфо. Ставлю вот такую кормушечку небольшую, 20-граммовую. Так, поводочек. Поводочек ставлю длиной 30 сантиметров. Больше пока не вижу смысла. На 0,12 поводки, 12 крючок. Начнем с этого. Монтаж у меня стоит инлайн с фидергамом. Посмотрим на результаты. Надеюсь, рыбка будет. Хотя из всех людей, которых я вижу, видел всего две поклевки и одну пойманную рыбу. При этом слышал, видел отчеты, что еще несколько дней назад здесь очень хорошо ловили карася. Крупного, мелкого, разного. Ну, тогда было тепло, не было слома погоды. Сейчас закормился на самой глубокой точке. Если бы, наверное, было тепло, кормился бы ближе, на меляке. Посмотрим. Все, первый пошел. Очень слабенько, очень вяло. Поклевки, если есть, то их практически не видно. Убрал фидергам. Посмотрим, что это нам даст. Ветер крутит, то слева, то спереди, слева, то спереди, справа. Все время с разных сторон. Ветер очень холодный, очень холодный. Прям не верится, что несколько дней назад было плюс 26. Все уже ходили в майках. Народ разъезжается, клёва нет. Иногда попадаются небольшие карасики, но очень-очень слабо. Погода прибила рыбку. Есть надежда, вдруг смогу раскочегарить. Пробуем, экспериментирую. Пробую, экспериментирую. Очень-очень слабо. Было две поклевки, взял два небольших карасика и тишина. Я уже обрадовался, все, думаю, началось. И тишина. Есть, наконец-то он
Есть карасик. Давай, давай. Все, вот, там не видно. Вот такой. Да. Рыба сегодня в полном желании клевать. Ну, как говорится, день рыбалки не выбирают. Есть возможность, еду. А там уже погода, не погода, роли не играет. Иди сюда, красавчик. Есть еще один. Так вот. Потихонечку. Да может что-то нам подловим. Небольшие, маленькие, ну. Тем. Все-таки более, когда не клюет, и ты его уговариваешь, подбираешь ключик и все-таки ловишь вот такой вот пузатик. Есть, клюнул. Ой, а какой бойкий, и поклевка была на отстрел. Оказывается, иногда может и бойко биться, и клевать хорошо. Сюда. Я укоротил поводок до 20 сантиметров. Вот такой карасик, какой карасик. Это карасик. Вот, оказывается, тут такие есть. Вот такие красавцы тут есть. Во, они есть. И даже ловятся. Вот это крас. Красава. Вот это другое дело. Вот такие нужно, чтобы ловились. Оказывается, они все-таки существуют. Укоротил поводок до 20 сантиметров. На тот случай, если вдруг рыба есть на точке, но очень пассивная, берет наживку, подержит и бросает. Всех карасей, что я поймал, у них они были очень глубоко, крючки заглотаны, при том, что поводок был 30 сантиметров. Вот решил попробовать, посмотрим на результат. Когда рыба пассивная, она малейшее натяжение выплевывает. А короткий поводок дает шанс засечь рыбу быстрее. Но надо в таких случаях ловить с руки, чтобы был шанс быстро подсечь. Поводок сейчас стоит у меня 0,12, крючок 14, длинным цевьем. Ваше здоровье, друзья. Кювертип стараюсь сильно не натягивать, чтобы меньше настораживать рыбу. Чтобы был ход кивертипа по осторожной рыбе, видно, он буквально чуть отклоняется и видно поклевку. Если сильно натягиваешь кивертип, даже тоненький, у меня стоит 0,75 кивертип, даже в этой ситуации просто поклевку можно не увидеть. Эта рыба осторожная. Она взяла, почувствовала натяжение, выплюнула. Сделал поджиговку и тут же поклевка. Вот. Карась очень любит поджиговку. Давай. Кто там так будет? Да? Давай. Тут передо мной миляк сантиметров 20. Вот тут в него упирается. С камушками все это. Ой, вот он красавец. Вот он. Ох, какой красавец. Вода мутная, и он здесь светлый.
так, поджиговка и тут же поклевка. Давай, рыбка, клювай. Удилище у меня Дайва Тендер. Длиной 3,37, тестом до 30 грамм. Шикарная палочка, но, к сожалению, снята с производства и найти сейчас в России, только если где-то у кого-то осталось, очень тяжело. Палочка весит всего 147 грамм. Шикарный пикирок в очень удобной длине. Я не люблю удилище, короче, 3,30. Неудобно. Вот я сейчас сижу далеко от воды. Далеко передо мной, больше метра. Я без проблем этим удилищем работаю. А был бы коротыш, уже могли возникнуть проблемы. Посадочное гнездо кивертипа у этого удилища 2,2. Но в связи с тем, что на Дайву кивертипа у нас в России не возится, мы подобрали с товарищем Сашей Шугаевым от Земекса. Четко, как родной садится. И ловим земековскими 0,5, 0,75. Вот в планах приобрести титан, попробовать, как они работают. Ой, бьется что-то там, рыбка, рыбка, рыбка. Ой, как бьется. Ой, ой, класс, если видно, так классно. Тых, 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 тых. Ну, 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 давай за меня кто-то не цепляется. Я тебя жду. Я тебя жду. Пузатик какой. Не убегать. Не убегать. Не убегать. Давай. Такой малыш красивый. Чем хороши короткие поводки для карася? Карась кормится прям с кормушки. Он не, его не пугает железо совершенно. Он заходит на самое богатое место. Вот если много видео, как ловят насоски на макушанку карась, он заходит и прям отщипывает кусочки. Здесь то же самое. Он заходит на кормушку, на самое богатое на данный момент, вкусно пахнущее место, в котором есть мотыль, начинает это выедать. И тут же рядом с ним, в нескольких сантиметрах, лежит поводок рядом, прям тут же. Подбирая вокруг мотыль, он также берет и этот мотыль. Но длинная леска может дать нагрузку, который он почувствует, выплюнул. Он взял и тут же вот так вот рядом все, все, все прям стоит и кушает. А короткий поводок, небольшое отклонение рыбы, и рыба начинает засекаться как на сама подсечка. Или мы видим поклевку, или начинает сама подсечка. Вот для карася именно короткий поводок бывает, дает шикарнейший результат. На стоячих водоемах я всегда ловлю карася. Начинаю 30-сантиметровым поводком. Потом смотрю, бывает надо укоротиться, бывает не надо. Перейдите по ссылке, посмотрите видео «Карась в феврале» на фидо. Отлично, ловился карась. И там была ситуация. Я также начал с 30-сантиметрового поводка, а потом укоротился и вернулся на 30. На тот момент 30-сантиметровый по той активности, рыба была довольно активная, был лучше результат. На данный момент результат дает лучший поводок 20 сантиметров. На поджиговке поклевка в руку прям. Ты хороший судаков удар в руку на поджиговке, кайф. Как вот, кто ж там такой бойкий? А очень бойкий. Карась, хороший.
Здорово. Очень хорошенький. Очень, очень хорошенький. Вот такой красавец. Ну что, друзья, вот и закончилась сегодняшняя рыбалка, сверхтрудовая, тем она более ценная, немножко подловил, карасик разный, маленький, большой, сам факт того, что все, что планировал, выполнил, все получилось в период практически полного бесклевия рыбы, смог что-то поймать, увидеть поклевки, подержать рыбу, побороться с ней. Подобрать к ней ключик. Температура в Краснодаре 3 дня назад была плюс 26, сегодня плюс 6. Перепад сменой ветра с юга на север дало о себе знать. Рыба встала в коматоз. Но тем не менее, чуть-чуть подловили. Такие красавцы попадались. Вот такие вот. Красивая, достойная рыбка. До новых встреч. Встретимся на водоеме, друзья.